Всем доброго дня. Меня зовут Анрика Вербер. Я психолог, исследователь запредельных тем, которые касаются изучения сознания человека. И сегодня, в день 8 марта, в женский праздник, мне хочется поговорить о величии женщины. Есть такое выражение, что женщина стоит на одну ступеньку ниже ангелов. Давайте посмотрим, откуда это выражение взялось. Если мы взглянем на структуру древа Сефирот, такого древнего знания о мироустройстве, о том, каким образом вообще функционирует наша система, то есть на самом деле древо Сефирот — это не что иное, как системный механизм. И зная устройство древа Сефирот, вам легко познать, в принципе, устройство системы. И управлять можно лишь познанным, является девизом, слоганом нашей школы, и познав это, вы можете легко определять, что происходит в вашей жизни, какие системные законы и механизмы влияют на те или иные ситуации, на те или иные события и вообще на нас с вами. Так вот, если мы взглянем на древо Сефирот, то мы увидим в самом верху этого древа, буквально вот высота небесная в ментальных планах, третий аркан, материя – это единственный инь-канал, женский канал, который протянут с самого низа Сефиры Малкут, которая связана с нашей землей, до самого верха. До самой высоты, до самой высшей сефиры, которая связана с нашим Солнцем. И вот посмотрите, это третий аркан, он тянется снизу и доверху. И добираясь до самого верха, вот там как раз и находится третий аркан, под самым солнышком находится женский канал. И выглядит этот третий аркан, сейчас я вам покажу, как. Вот так, да? Вот так выглядит третий аркан, женщина, сидящая на троне и держащая в руках сердце. Посмотрите, она ногами опирается на землю. Вокруг ее головы светятся и сверкают звезды. Лучи, излучения от нее распускаются во все стороны. Это то указание, как женщина может быть великого уровня. Ее величие безмерно, ее сила бесконечна. Она добирается до самых-самых вершин. Ее сила простирается от земли до солнца. И мужчина, видя такое величие, всегда склонял перед женщиной голову. Посмотрите, в древние времена женщина могла инициировать мужчину. Посмотрите, как склоняет голову этот рыцарь перед ее величием. И всегда во всех религиях, во всех конфессиях существовали богини, которым нужно было подклоняться и перед которыми снимали, мужчины обнажали головы и склонялись. Именно этому величию, именно этой силы, вот эта вот мощь, которая распространяется от земли до солнца, это сила женщины, которая дана ей для того, чтобы она могла находиться вот в этой силе, в чистых энергиях для рождения детей. И это та самая сила, которая, вот посмотрите, как женщина ее здесь вкладывает в рыцаря. Это та сила, это та мощь, которая дает мужчине возможность для рывка, для победы, для нового успеха. Это то, зачем мужчина приходит, перед чем он преклоняется и перед чем он всегда снимает шляпу. Да? Вот это величие женщины. И никогда не нужно забывать об этой прекрасной силе, которая сродни галактического размера, которая сродни размерам нашей Вселенной и соизмерима с размерами Вселенной. И расширение женщины на Вселенную может быть бесконечным и может быть безграничным. И вот здесь, что называется, мужчине как повезет. Если женщина умеет сохранять вот это величие, умеет сохранять этот высочайший, чистый, искренний диапазон, то в делах у мужчины все ладно, все складно, и он уверенным шагом идет к успеху, он уверен и бесстрашен.
нет, и женщина падает в этих энергиях, не признает их в себе, а порой и отрицает, опускается вниз, то тогда мужчину ждет не успех, а разочарование. Зачем вам это? Будьте как в этой великой пословице, всего лишь на шаг ниже ангелов. Женщина всего лишь на шаг ниже ангелов. Ей доступен такой высочайший диапазон, такая галактика и такое преклонение. Посмотрите, как выглядит. Всегда существовали женские богини в культах Древнего Египта, Древнего Рима, Древней Греции. Существовали женские культы, женские храмы. И немножко сейчас этот диапазон утерян. В социуме он растворился и поврежден, но ведь мы-то с вами этого не допустим. Давайте вернем женщине былое величие. Я предлагаю вам сейчас вот настроиться на эту картинку, на вот эту величие и божественность. И если нас смотрят женщины, попробуйте раскрыть это состояние в себе и удерживать его в режиме 24/7. И вот это состояние великой любви, божественной любви, галактической любви, оно изменит и вашу жизнь, и жизнь ваших родных, и ваших близких, и ваших любимых. А если наше видео смотрят мужчины, то снимите шляпу и склоните голову перед величием женщины. И тогда вот это благо, вот эта великая сила, она придет и в вашу жизнь, принесет вам успех, счастье, радость и новую энергию и новые силы для ваших новых подвигов, для достижения вами новых целей, для нового рывка, для ваших новых побед. Внимание, женщины, сядьте ровненько, спинку держите прямо и не закрывайте глаза, а смотрите на эту прекрасную картинку, на эту настройку. Мужчина, склони голову перед величием женщины. Сделайте вдох. Расслабьтесь. Уберите все напряжение из тела. И почувствуйте первый легкий вдох, состояние наслаждения. Уникального мига. Это состояние легкой волной поднимается, становится тяжело дышать. Оно расходится, растекается, разливается, разгорается жарким солнцем внутри. И этот жар расходится бесконечным потоком. И сейчас вы поливаете этим состоянием легкости, чистоты и уверенности своих родных, детей, близких. Дорогие женщины, в этот момент вы звезда. И вы, как звезда, сбрасываете силу и мощь своего света. Сделайте спокойный и ровный вдох. Спокойный и ровный выдох. Запомните это состояние. Ведь это состояние успеха, бесконечной любви, вечной нежности, чувственности. Сейчас, мои дорогие женщины, это для вас. Запомните это состояние, потому что именно оно подарит вам счастье. Поднимаемся выше. Берем с вами уровень галактики. Помните, сидящая на троне женщина, у которой много звезд над головой, третий аркан, высота, высочайший диапазон.
который простирается от сефиры Малкут, которая связана с землей, до сефиры Кетер, которая связана с солнцем, от Малкут до Кетер, ваша сила. Войдите в это состояние, это чистота, это невероятная сила, это великая святость, это нега, и это любовь. И сейчас вот эта галактическая высота, величие женщины, раскрывшись в вас, проникает в каждую клеточку вашего тела и вашей вселенной, как внутри, так и вокруг вас. И неважно, где эта вселенная. Ведь это чистота и красота, и это сила. Сейчас вы открываете свою красоту. Вы – основа всего, основа семейного счастья. Почувствуйте этот миг, когда вы есть центр вселенной для себя, для ваших любимых, для ваших деток. От вас исходит удивительное состояние чистоты, безграничной силы, любви. Заполните этим состоянием дом, родных, город, вселенную. Отпустите границы, полейте этой любовью всех вокруг. А я, Анрика Вербер, желаю вам счастья, чтобы каждый день приносил вам только радость. И эта вселенская любовь и чистота. Покройте сейчас этой вселенской любовью третьего аркана, от Малхут до Кетер, от земли до небес, от земли до солнца, весь мир. Только легче и аккуратнее. Помните это состояние дорогого стоит. Оно как легкий туман, оно как легкие облака. Вам все под силу. Мужчина, склоните голову перед величием женщины. А сейчас посмотрите в зеркало на свои глаза. Ведь глаза – это зеркало души. И запомните эти глаза, запомните это состояние. Это уровень галактики. Вы охватываете своей силой все. От Земли сефиры Малкут до Кетер сефиры Солнца. Весь мир в руках женщины. А с вами была я, Анрика Вербер, психолог и исследователь запредельных тем, которые касаются изучения сознания человека. Это психология нового времени, когда не нужно ничего говорить, когда не нужно ничего объяснять, нужно просто правильно передать состояние, передать правильный диапазон, научить людей входить в этот диапазон, мало того входить, запоминать этот диапазон, это состояние, и потом привыкать к этому диапазону, к этому состоянию и жить в нем 24/7, и тогда ваша жизнь обязательно изменится. И помните, управлять можно лишь познанным, а все непознанное управляет вами. Изучайте мир, познавайте и исследуйте. Приходите на занятия нашей школы. С вами была я, Анрика Вербер. Управлять можно лишь познанным. Всех вам благ, любви и счастья.